Ребят, приветствую всех из Одессы. Сегодня 23 сентября 2023 года. Мы с вами в Черном море. В Черном море, на пляже Лагуна. Водичка здесь очень прекрасная сегодня. Ой, только что-то плавает, непонятные водоросли, что-то такое. Водичка сегодня шикарная, я вам так скажу. Смотрите, какая чистенькая. Просто кайф. И, кстати говоря, обойдя сегодня некоторые из пляжей, здесь на этом пляже самая такая обстановка более-менее комфортная в плане народа. Я просто не люблю, когда сильно много людей на пляже. Аркадия сегодня забита просто полностью. Поэтому пришлось идти подальше, чтобы быть в таком своего рода уединении с природой. Буквально один человек купается, ну пару-тройку человек купается в воде. В отличие от других пляжей, вообще класс, супер, и водичка здесь шикарная. Ладненько, не буду много болтать, буду купаться. Кстати, теплая вода, ну как, такая свеженькая, знаете, комфортно находиться в воде, я уже долго плаваю, прям не замерзаешь. Все, до встречи, всем пока.